Привет! В игре гитару от Skiff Music совместно с Михаилом Суджаном, то есть со мной. Эта гитара называется OS-70, фирма LAC. Фирма LAC — это французы, которые на самом деле в нашей стране появились достаточно давно, лет, наверное, 15-17 назад. И первое время они делали замечательные электрогитары. Вот в этой части отсюда – это ель. Ель вообще на инструменте, вот это на джазовых гитарах очень часто ставится, ель дает теплоту звучания. Сзади у нее тоже красивое дерево – сапель. Теперь я еще расскажу про условия, значит, конкурса, который проводит Skiff Music. Но я так понимаю, что оно проводится не в первый раз. Значит, условия конкурса. Заходите на сайт Skiff Music. Посмотрите, во-первых, там условия. Это с 1 по 31 октября вы либо на сайте, либо в живом магазине делаете заказ на 2000 рублей и выше. Вот этот номер заказа и есть ваш счастливый лотерейный билет, я надеюсь, счастливый. И 15 ноября будет розыгрыш этого самого приза. Ну, могу сказать со своей стороны, что такое делает не каждый музыкальный магазин. И Skiff Music — это магазин, в который можно прийти, в отличие, скажем, от гитары, которую ты покупаешь в интернете, которую тебе очень хвалят, потом ты ее привозишь и выясняешь, что это совсем не то, что ты хотел. А тут ты приходишь в шоу-рум, практически в центре города, где стоит этот инструмент, где куча всяких усилителей, где куча людей, которые тебе помогут ее включить, настроить, объяснить и так далее. И ты уже поймешь, тебе этот инструмент нужен или нет вообще. Поэтому приходите, вообще ходите в музыкальные магазины. В первую очередь в Skiff Music.